На Келлерском пруду состоялись областные соревнования по судомодельному спорту. 10 команд из разных районов Подмосковья. Сергеев Посад представлял Центр технического творчества «Юность». Владислав Седов на соревнованиях «Новичок». Он изготовил модель торпедного катера «Прямоход». Уже ощутил вот эту вот трудность того, то, что нужно прицелиться, осознать скорость течения ветра. То есть это все представить и понять, куда нужно запустить модель для того, чтобы она попала в 100 баллов. В соревнованиях два этапа. Первый – стендовая оценка качества модели, масштабность, совпадение модели с прототипом, объем работы и качество покраски. Четвертый пока. Четвертый. 77. Отлично. Второй этап – ходовые соревнования. Задача неуправляемых моделей – пройти дистанцию точно, с масштабной скоростью. Во сколько раз уменьшена модель, настолько соответствующим образом должна упасть скорость. Ну, у нас, соответственно, по делению существует по спортивным дисциплинам. Это модели военных кораблей, модели гражданских судов, модели подводных лодок. И радиоуправляемые модели, там не описывается класс модели, там просто разграничение идет по длине модели. F2 это до 900 мм, F2B от 900 до 1400. 4 попытки. Результат берется средний. Волнения быть не должно. Важна скорость модели и скорость реакции спортсмена. А вот здесь вот как раз и начинается спорт. Руками делаешь долгими зимними вечерами, а потом на соревнованиях уже спорт. Тут всякие бывают. Тут и модель может сломаться перед стартами. Ремонтируешь на коленке в полевых условиях. То есть всякое. Вот у меня сейчас подбежал ребенок. Дайте клей, дайте мне клей. Да набери. Все тут друг другу помогаем, хотя мы все соперники считаемся, но все равно друг другу помогаем, потому что мы все судомоделисты. Мы все равны. Даже есть такое понятие. Вода покажет. В командном зачете первое место заняли судомоделисты из Ликино-Дулево. В личном зачете в классе модели ЕА-1250 первым стал Владислав Седов из Посадского центра «Юность». Ирина Белякова, Антон Коврижных. Программа «События».